«Мой город Одинцово». Этой выставкой Одинцовский краеведческий музей празднует и свой день рождения. 30 лет назад музей открыл свои двери для посетителей, поэтому основная часть экспозиции будет посвящена ее основателю и первому директору Александру Пузатикову. Именно так выглядел Одинцовский историко-краеведческий музей, который впервые открыл свои двери для посетителей 1 сентября 1989 года. С тех пор прошло 30 лет. В последнее время город очень сильно обновляется, поэтому его нужно запечатлевать в разных ипостасях. И призваны это делать художники, в первую очередь, фотографы. В данном случае мы представляем вам произведение организации «Художники Подмосковья». Это живописные работы и деревянная резьба. Одним из известных мастеров по резьбе является Ярослав Аршинов. В этот день он пришел в музей не один, а со своим преподавателем Ириной Цибринской, которая безгранично горда за своего ученика. С Ярославом мы тесно связаны. Я лично с ним ездила и смотрела его выставки. Я была в Вологде, в Ярославле. То есть очень одаренный ученик оказался. Он в настоящее время пишет книгу о богородских мастерах. Мне очень радостно, что среди, я не знаю, сколько у меня было учеников, один ученик – это гордость. Анастасия Артемьева живет в Одинцово не так давно – 11 лет. Но художница признается, что этот город успел стать для нее любимым. Он ее вдохновляет. На выставке Анастасия демонстрирует несколько своих работ. На ее живописных полотнах можно увидеть окрестности деревни Александровка, знакомые улицы города Одинцово. Кроме того, в экспозицию вошли замечательные картины «Зима, день и ночь». Работы выполнены акварелью и маслом. Этюд, который ты пишешь с натуры, но он будет, может быть, настолько эмоциональный, удачный, точное попадание по цвету, что он уже не требует дополнительного вмешательства, потому что эмоционально он закончен. Бывают более сложные работы, они могут писаться и неделю, и месяц. Петр Чеканцев работает со студентами. По словам художника, он учит их смотреть на мир искусства сквозь изменчивую реальность. Зрителям этой выставки маститый художник представил работу, отражающую его видение праздника. И вот почему. В этой работе я попытался выразить праздничное настроение, восторг, как говорится, жизнью, восторг тем, что мы дышим, живем. Вот в какой степени это удалось, ну, судить не мне. Живописные полотна, графические листы, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства известных художников, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены. Все это вы сможете увидеть на выставке «Мой город Одинцово» вплоть до 3 ноября. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».